В НХЛ завершился третий раунд плей-офф. Друзья, мы уже представляли наш короткий обзор полуфиналов конференций. Если не видели, переходите по ссылке наверху. Если вы подписаны на наш канал, то наверняка знаете, что на протяжении всего хоккейного года мы отбираем для вас лучшие голы и сейвы. В плей-офф мы продолжим выпускать наши регулярные подборки и уже показывали вам лучшие голы прошлого раунда. Сегодня же на очереди топ 5 шайб полуфиналов конференций. Будет интересно, погнали! Открывает подборку крутая комбинация Бостона в серии против Тампы. Пастерняк поборолся за шайбу, отпасовал на дальнюю штангу, откуда последовал резкий перевод на Маршанда. Защита молний за таким движением шайбы не уследила и получила заслуженный гол в свою сетку. Строчкой выше возрастной защитник Айлендер Сэнди Грин, который не испортил великолепное владение клюшкой Дерека Броссарда. Тот выдерживал паузу как мог и все же нашел свободного партнера на противоположном фланге. Времени вагон, попадай не хочу. На третью позицию ставим юное дарование Ванкувера Элиаса Петерсона, который классно разобрался с вратарем Вегаса на пятачке. Быстрая координация, хорошее владение клюшкой и потрясающая оценка ситуации. 90% игроков просто бы нанесли бросок, а Элиас красиво обыграл Робина Леннера. Вторая позиция за Блейком Колманом, который в падении замкнул передачу Зака Богосяна. Защитник Тампы обыграл сразу двух соперников на входе в зону, чем обеспечил почти 100% голевой момент. Колмана, конечно, цепляли, но он забил, а затем еще и сам въехал в ворота Бостона. И первый сегодня защитник Вегаса Ши Теодор, который доказал, что техничный защитник отнюдь не враг команды. Одним финтом качнул сразу двух защитников Ванкувера, обыграл третьего игрока ложным движением, убрал со своего пути четвертого и неотразимо бросил под перекладину. Вау! Off the end wall, and then it was Martinez that hits a post on the power play, and he just picks this one off. Out of the zone, walks in, dances around, one player gets to the middle and quickly releases that puck. И бонусом шайба Джоэла Кивиранты в овертайме седьмого матча против Колорадо. В этом голе нет ничего особенного, но его важность для Далласа просто неоценима. К тому же этот гол стал для Кивиранты третьим в матче, а хет-трик первым в карьере. Потрясающая ночь для финского нападающего. Kivirant in the slot, the one-timer finished off. As he's there, he just kind of bumps himself out into the slot, gets away from all that traffic, gets himself to an opening bang off the stick, and it's over. How many people would have had Kivirant from Sekera? It's 2020, anything...
Друзья, вот такая короткая, но динамичная подборка у нас получилась. По ходу плей-офф мы сократили наши топы с топ-10 на топ-5 и будем выпускать их после каждого раунда. Также уже в скором времени вас ждет подборка лучших сейвов третьего раунда. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. С вами был Спорт Ток, услышимся!